Тапки. Нет, никто не заходит на ЕП, сейчас идет алгалон. Так, миндаль. Что там, слоты не освободились? Не. На алгалоне 2 или 3 танка? Вообще в 3. Можно и в 2. Так надо, я не знаю, что там с танками. Надо, чтобы это нормальные были, типа минимум, Войд, еще кто-то, кто шарит. Мы туда не идем. Благо вселенной эту планету. Никак. Ну ладно. Чего будем делать? Зоны поражения. Не вмешивайтесь. Кто шарит за танков, что тут делают? Пеппер, держи, у тебя сист есть, а скажи пока, что делать. Ну, я могу рассказать, что ты делаешь. Присядьте, кто в первый раз здесь. Кинули фибрилляции. А вот в первый раз. Интересно. Почему интересно? Ну, ты вроде много играл уже в этом, в КДР, у тебя там много персов. У меня там два пирса, рога, ну и что, я не ходила во льду? КТРы не ходили во льду? Ну ладно, в общем, тут будут звезды, вот, надо играть в ту, на которую я буду ставить метку. Ее надо сливать очень быстро. И после того, как звезда взрывается, открывается такая черная лужа, вот вы должны от этой звезды отходить, потому что это черная лужа, это, ну, это портал. Она будет засасывать в другой мир. И там, ну, короче, туда надо заходить под каст босса. Я буду говорить, когда. Вот. Так что я ставлю метку, вы сразу от этой звезды отходите. И мы ее быстро все взрываем. Ну, я там буду ее бить, еще кому-то назначу. Вот. А затем где-то каждые секунд 30 босс кастит такую штуку, как небесная кара. Красные такие метки будут под тремя игроками в рейде. От них надо отбежать метров на 15 вроде, и там уже урона не получишь. Если будешь стоять рядом с этой меткой, то ваншот прилетит. Затем, что еще? Раз в, не знаю сколько, в полторы, наверное, минуты или в минуту он кастит суровый удар. Такая фигня, от которой все, ну, все, кто остается здесь, они умирают. В это время надо заходить вот в эти вот черные порталы, которые как раз таки открываются, когда разбиваешь звезды. Вот. Теперь есть еще созвездие. Это задача танков — забирать их за себя и заводить в порталы. Когда созвездие, ну, это будут, это такие просто летающие шары. Танки, когда заводят его в портал, он исчезает, ну вот эта вот черная лужица, которая остается после взрыва звезды. Вот, таким образом, наша задача, появляется 4 звезды сначала, мы их все заливаем по очереди, я ставлю метку, вы от нее отбегаете, мы их заливаем. Затем появляется вторая волна созвездий, и надо очень быстро будет разбить одно из них, чтобы под каст удара. Там 3 созвездия, то есть закроют 3 дыры, у нас останется только один портал. И нам надо будет разбить из второй волны созвездий еще одну очень быстро, чтобы у нас было 2 портала хотя бы, в которые забегать, ну, на кассу. Вот. В общем-то, для рейда все, что надо делать, это отбегать от звезд, отбегать от взрывающихся звезд, ну, той, на которой будет метка, и от кары. И во время сурового удара заходить в эти черные дыры. Вот и все. По танкам, я не знаю, там какой-то дебаф, они должны меняться. Вот я знаю, что Англиф вроде шарит, Animal Jazz точно шарит и Войд. Если зайдет танком, то я думаю, мы убьем. Кто еще может со мной поподбивать эти созвездия? Какой-нибудь РДДшник? Джест пускай поможет, тут Фулгрим. Смотрите, и главное еще не разбивать 2 созвездия сразу, потому что там Сильверон по рейду кто-то сдохнет. Они когда взрываются, там где-то тысяч по, не знаю, от 10 до 15.
прилетает по всему рейду. У нас ДЦ есть? У кого есть спек ДЦ? Саншут и ДЦ? Да, нет, Холик. Есть ДЦ у кого-то спек? Я могу на ДЦ зайти, так и выйти. Ну, если танки найдутся, Англиф, ты знаешь, как танчить здесь? Ну, плюс-минус. Может, Петер напишет, или Animal. Animal точно знает. Короче, знает. Что вы сейчас рассказывали? Я сейчас просто рассказывал в целом тактику для всего рейда про конкретно танки. Танки, да? Танки нужны вот эти два для того, чтобы созвездия на себе агрить, чтобы они не убили хилов. Эти созвездия надо закрыть в черные дыры. Вот в какой момент? Вот в какой момент это закрывать? Как только они появляются. Да, до сурового удара должно быть сколько? Четыре, ну, три дыры. Желательно 4, но, наверное, 3 будет. Вот. И вот эти звезды нужно закрыть в двух дырах. Останется одна черная дыра, чтобы зайти всем рейдом, ну, и спастись от сурового удара. Нет. У нас будет 5 дыр до сурового удара, и 3 мы закроем. Если люди нормально сейчас сыграют в метку, которую я ставлю, то у нас будет 5 дыр. Здесь так много хилов. А, ну смотри, обязательно нужен Holy Pal, AirDru, неплохо было бы. Саншу, Holy Priest, Саншу, у тебя есть ШП? Да, есть. Нету? Есть, спекайся в ШП, я в ДЦ. Или как она будет? Holy Priest ДЦ, она нормально хилится или вообще это отстой? Я не знаю, как Holy Priest, я сам не играл никогда. Я имею в виду ДЦ плюс Holy Priest. Ну а что, и Holy Priest пускай щиты не вешает и все. Ну все, оставайся в Holy Priest, тогда AirDru не надо, я в ДЦ, Хазарак, Венха, 4 хила, пойдем таги Тэша. Зачем? Он слабый хил. Лучше пусть будет Хазарак в Рошане. В принципе, ты прав. А ты рассказывал Вуди, как дырку забежать в черную? Нет, значит, смотрите, когда будет каст сурового удара, надо где-то на середине каста, смотрите, главное не в начале. Вас в дырку закидывает секунд на, не знаю, на 5, наверное. Каст идет секунд 10, вот надо зайти не в начале каста, а то вас выкинет раньше, чем он пройдет. А где-то, ну желательно под конец, конечно, но на середине уже можете пытаться. Что-то придуманное заходил на 2 секундах с начала каста. Да? Он выкидывает из темной реальности тогда, когда заканчивает суровый удар. Ну хорошо, просто чтобы зайти, надо потоптаться на этой дырке, оно может не сразу пустить. Заходите, дергаетесь влево-вправо, оно вас пустит. Вот, там в комнате тоже надо подхиливать. Ну там бегают мобы, они не сильно бьют, они там вот. По 2к где-то. Ну подхиливать надо. А, чекни на присутствие, есть тут все люди, нет? Сейчас Олег там на ДЦ зайдет. Что там все есть? Ну кинь на меня метку какую-то, звезду там на ДК. Где ты? Вот что. Прибеги в сторону. С гора и воздуха в шкаф. Кто в итоге там? Вот вижу. Блять, и на сову еще что-то кинь какую-то метку. Короче, ловушки на Личе видели, кругленькие такие, черные? Вот там такая же штука будет, только посередине ловушки еще будет портальчик такой. Вот сова — это портальчик, да? Черная ловушка такая. Как нужно зайти в дыру? Вот вы стоите рядом, да? Смотрите, каст начинается. Вот забегаете вот так, прямо в портальчик, вот так подрочились и выбежали с того места, где вы стояли. Потому что когда он закончит суровый удар кастовать, вы появитесь обратно в свету. И если вы будете стоять вот на этом же месте, то вас снова закинет во тьму, и вы не будете дамажить, не будете танчить, хилить и убивать на все.
Заходите в черные дыры обязательно, потому что Алголон наносит 100 тысяч урона, это вот шот. Переживает. Расскажи танкам, как меняться. Там Англиф не знает. Ну, Малджас знает. Англиф будет с дырки. Я за это самое, я заберу под удар. Ревностный отдам. Мы с Анималом посланника сделали, так что. Так, Олег, ну что, ты заходишь? Да. А ты, Англиф, заходи в черную дыру. Хорошо. А, я бы какого-нибудь ШП оставлял на самом деле. ШП, у кого есть символ на тучку? Нужен какой-то ШП, который всегда будет оставляться. Лучше два символ на тучку ШП, у кого есть, присоедините. Нет, мы слезы не делаем, мы просто сейчас будем траить, чтобы узнать тактику, чтобы месяца через три суметь делать слезы. Так слезы сейчас делаем, сходу делать. Ну давай попробуем. Ну блин, какой смысл тут люди в первый раз? Только истерии не кидайте, Вальку. Короче, кто там плюсанул? Фулгрим. Есть еще ШП какой-нибудь с точкой, который там КД на точку снижает ему. По-моему, 45 секунд у него КД. Клод, у тебя есть символ с Лианой с тьмой? Нет. Ну ладно, смотри, Фулгрим, ты точку юзаешь под каст сурового. Ты не заходишь в эти черные порталы, а остаешься всегда и юзаешь точку. Ну, под конец каста это надо делать. Чтобы танки могли... Ну, короче, тут от сурового спасают только глыбы, не спасают, баблы не спасают. Спасают только у протопала этот самый... БЗ. Как его, срезка, да, или что там, ревностный. И у ШП вот этот вот тучка. То есть... Он пишет 1.25 секунды там, минуту 25? Да. Ну это плохо. Но она как бы откатит, если ты нажмешь вовремя. С символом она всегда откатывает. Там откатит, да? Точно? Там каждые полторы минуты это требуется? Суровый удар это... каждые 90 секунд. А, ну отлично, она будет откатывать. Под конец удара прожимаешь... И не заходишь в эти порталы. Тут надо будет озвучить, какой из танков, если деф у нас кончится, тут 3 суровых, наверное, будет. Или 4 по нашему ДПСу. Надо будет, чтобы ДЦ кинул зубы, там скажем. Смотрите, главное, я буду ставить кружочки на метки, которые мы сливаем. Вы сразу должны от них, во-первых, отбегать, а во-вторых, как можно больше РДД сразу в них играете. Ну вот Джест пускай точно со мной помогает их бить. Еще кого-нибудь назначим, вот Трисия пускай бьет. Ну и остальные люди пускай тоже там шипешки, просто там дотку киньте какую-нибудь на эту метку. Ну, мне кажется, вот Трисия говорит, толку нет, так давайте ГП давать за неисполнение тактики. Нужно... Ты понимаешь, что люди такие воспринимают информацию? Если бы я тут был первый раз, я бы уже забыл, что вначале говорили насчет меня. Я лучше так... уйду отсюда. Так можно 2-3 трасса. Хорошо, погнали, давай, чекай, погнали. Там пробаков или певчего? А то... Каску поварам дайте. Дайте фулл баф. Каску дайте. Попробуем. Ну вот если не ходить вот так долго сюда, то потом, естественно, все забывают и куча народу, которые ничего не знают. Ты молчишь, дай каску, нахрена тут прото твоя. Так, я танкам ничего не говорю, я не знаю, как они там меняются. Все, бафы есть у всех? Еще раз чек. Зайдите все, распределитесь по комнате равномерно. Сидите за линию там. И зайдите за линию, вот рисуйте этот кружок. Вот там вас будет стенка, вас не пустят потом. Слышишь, мы прожили, не отдаем во время боя, нас хилят. Но только прожинки на суровые оставляют. Ну краску бафнет. Прорицатель, чё ты будешь? Я бафал, сейчас один на нету, так что ты не распределите что-то там. Ещё краску давай, пала-пала, нет, просто вот в чём прикол. Мои кулаки были на всём рейде. Ну, теперь краску, потому что прорицатель кулак разбафал. Пусть бафает, да.
распределитесь по всей комнате равномерно. Прикольно, кстати, у нас. Давайте, бафы есть у всех? Мелисунели что-то нет. Напиши, когда дадут каску, и тогда начнешь. Ну а чего вы тут можете сдохнуть? Это красная метка на полу. Ну чё, Мелисунели, ты готов? Вот, запускай. Совы, Старфол с Тула и больше не жмите. Пантеон получит сообщение от наблюдателя в любом случае. Как Геру дают в начале? Ну да. Да, давайте сейчас, как бой начнется, через пару секунд Геру. Непостижимую даже для величайших умов. Только ставлю кружок, сразу у него, ну, джест там играет. Дотки кидаете, шпажки. Поставил кружок. Сейчас будет кара. Три метки красных, от них надо будет отбежать. По полу. В мелизоне метки, отбегает. Поставил следующий кружок. Выхиливайте. Играем. Отводи босса от него. Опять не было. Ну, взорвался. Так, следующий кружок играем. Геру еще хвалим. Следующий кружок играем. Так, кара, отбежали. Красная метка в мелизоне. Отбежали, турек, отбегай. Заводите созвездие, кто-то может быть, кажется. Смотрите, вот он заводит созвездие в эти дырки, и они закрываются. Сейчас появятся новые эти самые. Забирай ебаного. Быстро. Иду. Отбежали от кары. Кары. Красные метки на полу. Появились новые звезды. Играйте по кружку, и все смещаемся к нему поближе, но не в него. Отойдите от него, подождите. Но. К черной дыре подходим. Подходим к черной дыре, заходим. Заходим. Отлично. Так, сразу кара, отбежали. Красные метки на полу. Отбежали. Так, сейчас поставлю следующую метку. Я не вижу, вот поставил. Взрывается, захиливайте. Следующая дырка. Убираем. Взрывается, захиливайте. И последняя. Захилите, захилите. Все, убиваем кара, отбежали. Ой, да? Так, новые появились. Тебя прожим. Играем. Да. У меня нет инвизибельности. Сейчас будет кара, готовьтесь. Взрывается, захиливайте. Кара, певчий, тайгет. В мелизоне еще красная метка. Отлично. Заводи созвездие. Следующую взрываем. Поставил метку, захил. Фейсхан. Отведи, отойдите, тайкет, отойди. Взрывается. Захиль тебе. Взрывай 5 секунд. Я буду заходить, забери. Сейчас взорвется. Забери босса. Сдвигайтесь ближе к дыркам. К черным дыркам ближе двигайтесь. Забери меня, босс. Заходим, да. Заходим. Зубы на него, бибоп быстрее. Да. Там ШП должен оставаться. Да, рост был. Что, не было роста? Нет. Кара. По-моему, нет. Нет, кары нет. Ладно. Давайте рост. Все, до 20% переводите, 15%. Кара в мелизоне, отойдите. Кара в мелизоне. Забейте на звезды, бейте только босса, сейчас 10%. Играем в босса. Две звезды сейчас. Сейчас за мелизоне. Зачем вы бьете звезды? Я не ставил на них метки. Они там сами играют по проценту всего. Нет, я видел, что ШП там дотали. Не бейте сейчас, только звезды бейте на 20%, там фаза. Кара, отойдите. Кара, кара.
Сейчас до 20% доводим, и не будет, ну короче, будет только кары, надо будет просто его... 4. Центр комнаты идем. Сейчас 4 дырки будут. Сейчас там просто играем босса. По боссу. Босса втончите два танка. Кара вышли, там Мелизона вышли. Вышли Мелизона. Ага. Все, выбивайте босса. Ну, тут затупили два ханта. Не знаю, что они там могли. Ну и дури первый раз. Суровый удар заходим, дырку заходим, все дырки зашли быстро. Кроме ШП. Я думал, он не кастит уже суровые на последнем хэзе. Там кара, по-моему, кара отрезит. Ну, тут еще два нуба. Бум-бум-бум бить дали. Ну, люди хоть посмотрели, как бить. Да, ну, кстати, неплохо, бить. Мы... Там никто не умирал, смотри, сколько, по-моему, два или... Сколько, два суровых никто не умер. После второго умерли. После второго уже умерли. Ну, если смерти посмотреть, что они там. Варон стоял под боссом и попал в черную дыру, его там мобы загрызли. Ну вот, например, Мелисунели взлетел на каре, Юнт. То же самое, стоял в красной метке. Смотрел в небо просто. Я видел миры. Сразу сказал, выкинула. Все ясно. Их жители гибли, не успев издать ни звука. Гильдар. Я был свидетелем того, как галактики умирали. В понятно, что черная дыра. И все время я оставался. То же самое, 50 тысяч кара, ёбум-бум. То есть кара, Пейпер, кара вообще не бьет, если ты от нее отходишь, там она бьет 1к, если ты там стоишь 15 метров от нее. Ну вот этот тоже, Таурек тоже в красной метке стоял. Просто, ну, вы, наверное... Да, не, я, короче, зашел случайно в портал, с портала вышел прям четко под кару. Я тупо не успел никуда отойти. Так надо в другую сторону бежать какую-то. Ну, созвездие, да это нет. Просто танки их не забирали. Да, я же говорил, у меня что-то не интернет тупит, я просто пролагался и случайно наступил в портал. Черная дыра была прям под боссом, нас туда закинуло. Я писал, никогда не взрывайте под кару созвездие. Кара не бьет, я говорю. Ну, у вас есть глаза, и вы видите эти звездочки. Если вы можете вокруг босса оббежать, вокруг него можно танцевать, не знаю, тут 20 метров рейндж. Отбежали от того места, где эта звезда летает, она взорвется, и вы спокойно будете босса бить, а не попадать туда, в тьму. Вот и все. Какой тактикой? Созвездие и так заводят два танка, потому что у нас три танка. Один танчит босса, второй два других заводят созвездие. Короче, ачивка слезы это просто бессмертие убить этого босса. Все. Босс просто. Очень просто. Если нормальный ДПС, нормальные хили, танки. Кстати, я понял, что делать танком, типа вообще не сложно. Вообще в небо ходишь, смотришь. Перчатки прикольные. А, что, на мне лутер, что ли? Там все на тебе. Вольте этот квестовый предмет. Подал? Я забыл что-то. Почему это? Ну, когда я повешал ДК, да? Займись. Ты кто-то даст, а мне? Перчатки вроде. А вы каша перела. Это там сейчас. Вот эта штука классная на ДФБ. Оффхенд. Да почему классная? Такая. Пеппер, зачем? Посох лучше. Явно. Почаще на Алгалону ходить надо, тогда все будет хорошо. Прорицателя снесло, потому что хп мало, да? Что, прости? Ну, тебя снесло, тебя хп, наверное, мало. По-моему, ты самая первая отъехала. Йоги, я отъехала от АОЕ, это единственная моя смерть за весь рейд. Или это, да, это на йоге было, сорян. Это да. На йоге, и меня АОЕшка забила.
снубами всегда так, не обращайте внимания. Ой, ой, короли прям. Ну продай, ну раздай же, хватит. Блин. Ваше высочество. Блин, тоже было? Ку-ку. А созвездие, Пеппер, созвездие кастит. Раздавать. Созвездие кастит в цель. Ты лидер. А, то есть прикол в том, что надо просто, чтобы их станки сразу забирали и все. Меня слышно вообще? Да. Да. Вы можете пати пораздавать людям, блин, 20 минут. А ты что, ты линул, что ли? Блин, у тебя нету... Не-не-не, систа, ничего нету. На тебе РЛ. Пеппер стоит, дрочится, что-то пишет, не дает патенькам. А что Джейми плюсует? Он тоже в рейде был? Да, он наебует, и Дессера тоже не был. Тоже наебует. Да, есть. Ассист, кого там кикать? Фальку надо кикать. Всё, есть. Джейн Доу там кикает, четвёртая пати. В смысле, это всё-таки сей нахуй. А чё мы в прошлый раз получали? Тоже 3250. Какую-то ачивку сегодня сделали. А, проснул. Будут еще какие-то рейды? В общем, если танки будут собирать созвездие сразу же на себя, то я думаю, проблем не будет. Просто созвездие серьезно бьют хила, там где-то по 6к, я точно помню, по мне они били. А кто-то умер от них? Нет, никто не умер от созвездий. А, ну все, тогда значит ладно. Ну раньше мы делали как? Мы очень медленно их разбивали всегда, вот когда Пеппер редил. И поэтому у нас было только одна дырка на этом, на суровом. Из-за этого там те, кто стояли на другом конце комнаты, они не успевали добежать. Ну, Вуди, вот мы сейчас. Вуди, тогда тактика была с одной дырой специально вставляли, чтобы, блядь, люди не путались. Но люди, короче, пиздец, не могли в одну заходить. Просто заметили. А мы вот сейчас Вуди в десятке. Войда, посмотрел видео Войда и прочитал гайд. Да я не смотрел твое видео, я сам придумал такую штуку, что можно разбивать побыстрее, и в десятке у нас было две, короче, которые открыты в разных концах комнаты, и это очень удобно. Там вся фишка в разбивании звезд за 10 секунд, 10-12, если... Ты звезду одну за 15 секунд убиваешь, то это типа вообще хуёво. В скорости разбивания звезд фишка. Типа разбил, за 10 секунд перед следующей рейд на фул захиливает, спокойно. Ну то, что люди в карах стоят, там 4 человека или 3 там в карах подохли. Кто-то там специально, кто-то не специально. Это печально.